Уран тарбахтахтары таланнахтары сырдатар саха сатавата суохтен бейлиге хеген уруйдувутай халлыбыт. Бүгін мені меолусы интерегеней. Джаройдардах турабын. Мен бүгін жатайга кален турабын. Хараха сырдаттан манна бейхеха үлі көсті оргуяр. Антон, онна Мария Кузьминнар. Олусы шугай таланнах джекергеттер. Кеннер күра жоғыз мастерскайдарын туғынан бүйін кепсет яқтары. Джа Мария еген уруйдуву най халлыбы, най яхатю күн болын. Ага. Бу мастерскайгыт хахан тарелливитэй, баяғат үлэхэт үлэгат тухынан кэпсэн, онна сүрінэн тугон ороготой? Бэй бэларэн күхэн армыппы мастерскайбытын, детскай материалты, мебельтын хагалавыппы. Мен бүгін буллана хэхэ олаппа соңору хомуян кардырым. Антон буллагана шиппағынан олаветер шырупавёра тугаху. Омьян кардырыга алып болган. Ага, бу холовра хеги сүрүннән бу ого мебелин оңоротти. Тогы анан менен бу ого эйгетин таллыгыт. Би бәйбет оголарда буламыттан ого мебелин кардыр битигер ин бәйбет проблема кирсүппит. Ого мебеле оготтан хевестен бәйбет оңорорга ханам. Бастан сувенирные изделия оңорох буяналып, чыпы установкалымып. Антон келин эбиллен хаян. Ого мебелер кесіппіт, онна бұл сақасылынан білінген оңырған сөйт. Онтың сүрінден ого мебелін сақасылар ұстолы бос, полканы еген, онтың орон еген сақасылы. Күндігі ұрайшылар бігеге бұғасы бәс көлелейбет. Ағыз 9-14, 2-7-19, сүрбе 2-6-12 нөмерге хеге бәяғат Марияға, Антонға, үйділіргітін үйтіғақытын сөп, тоғамет үйтілігідің кәді әбет. Онтон Мария Құлыбыра бұлырғын хағылауы бұтте бүтінде. Бұ еңіне баяғы туғынан жарықтына жүбік күті, туғы қайдалы аққыды? Бұл еңіне бұллағаны бігей строительствонан жарықтына айты бүт, ремонынан. Антон бұл пандемия сағылыныңыздан, самоизоляцияға көйек бүдеттен. Бұл сиомнай арендаға офистах, завод предприятиялах боламыд. Ирхтарка сюппит, она была она. Бывает, где каркинен лидерка сама мупит. Зевитинен, бывает, бывает. Чуйте. Ага, бу карты скалар костатроллар, лидерки костатроллар. Мариялах, бу Антон, бир сюбеннен, бир уйнен сананнен, ага, шүйдіктерін міттеребит. Же Антон, бу аға бағалык болар, кеге. Антон, как все начиналось, как вообще все это происходило, ваша творческая деятельность, скажем? Ну, как вот Мария сказала, заказали мы ЧПУ-станок, хотели заниматься сначала, как называется, сувениркой, но почему-то решили на детскую мебель перейти. Для этого, причем, когда мы заказали ЧПУ-станок, мы заранее уже построили, вот здесь у нас за стенкой находится небольшое помещение. Его мы построили как бы это, специально под столярку, под даже не столярку, а под маленькую сувенирку, да, чтобы производить. Ну, в итоге вот начали делать мебель, не только детскую, вообще просто мебель. Там мы перестали помещаться, переехали вот в это помещение, здесь оно побольше. Летом сделали вот с Машей ремонт здесь мы сами. Ну, в принципе, инструментом обзавелись, все, что зарабатывали, вкладывали только в инструмент, в материал. Ну и, в принципе, сейчас вот более-менее автоматизировали. Например, вот я собираю на шип паз, да? Чтобы сделать паз, мне тут, в принципе... Это инструмент как называется? Это называется фрезер, фистул, домино. Единственный, ну то есть только... Фистул производит такие, больше серьезно, больше никто не делает. Наверное, дорогая, да? Ну, в районе 100 тысяч где-то стоит вот этот инструмент. А в принципе, вот когда вы все, когда начинали, да, впервые, какие инструменты были? Вот не все, наверное, вы сказали, потом обзавелись. Ну да, поскольку мы с сувениркой собирались заниматься, у нас было только шлиф машинки, вот торцовка была, и все, ну и ЧПУ станок. А после уже начали покупать вот, циркулярку, рейс, муспуганок, ну вообще все. И вот так вот, а сейчас... Ага, давайте посмотрим. Немного пошуметь можно? А, вот такой вот, да? Да, то есть делает паз под вставной шип.
его мы потом будем собирать на... То есть, получается, без гвоздей, без всяких этих... Ну да, скажем... то есть, получается по технологиям, как бы традиционно, можно сказать, мебель это, ну, клееная традиционная деревянная мебель. Из массива? Из массива, конечно. Антон, а вообще, чем вы занимались до этого? Какая у вас профессия? Я по профессии, ну, закончил Якутское командное речное училище. По профессии гидротехник, работал капитаном в Якутском, в Нюрбинском районе водных путей. Работал в Якутском районе водных путей старшим помощником капитана. Ну, потом как-то так получилось, что не попал я в навигацию. Ногу сломал, в навигацию не попал. И пришлось работать мне, ну, ремонты делать, можно сказать. И понравилось, и сделали мы предприятие, которое у нас просуществовало. Ну, вот по ремонту, по натяжным потолкам. По-моему, с 11 по 20 год. Ну, а потом вот с пандемией, с кризисом. В принципе, решили новое предприятие организовать. А теперь нравится, да, вот сейчас чем? Да, конечно, это творческая, это, можно сказать, работа. Ну, в отличие от производства, например, потолков, да, здесь-то чистое творчество, интересно. Ондан Мария, колубра бу бу материал тухнен кипсир була. Касюрнен кандык материалы туттагаты. Он на тон тугун технология ты нин тугун нан кевсин. Мы видим материал бы тем дефти. Олевитер мас был нан хамулут. Он на хатин. Он на мы бастан краски рубтер влагана грунтовка лыбит. Ир слой. Потом он такой обтен шлифовка лыбит. Он там имеет курбутин кенек стен грунтовка лыбит. Он там имеет шлифовка лыбит. Эй, уделя хвосте. Он там краска нан. Пультивизатор ден краска нан стерн бьет краска лывит. Ото хлопре бу материалы тунен качылды биги республика бутыгар тухе билигин элбах материал бары уны тухе тоусенен кантан лады. Билигин рынок бутыгар сухой материал уксинсох олигин бу тох материал барынан материалы санатаны гыры турар олигин бу уксин туттар материал бут сосна. Он на титмас, лиственница ян. Он тут вот. Ого, химбир, бу олорор, ого материал гар, ого мебель гар химбир. Натуральный бея махан тут тарор дук повлади. Он дука, ага. Бея краска, вот акриловая краска, ого борт того. Но бея тут тар материал арбит амея варта натуральный ген. Лах бут гар, арыб татугар, тие краска тигар. Ото тух санаттан бу халав кди. Бастан кайда хала мутай холовра лыттаны бир күн барта табылган калбадак буллажы. Аханлык. Бастан аттан проб и ошибок ден хала бит. Аны краскаттан хала бәйбит. Үлер битигер ол бастан то. Агысты кехет үнгәңел үлләчви. Антон боҗа билген доктор кирен. Антон бәйт үлер хатер. Мен бәйм үлә бер җатак хатым. Қасы ғылуа құтой, оны баяғат жекірген еттіңінен кепсе әңірі. Бұл көрдіқ бүтіне еге баяғат же тұтты бұта бүкетті. Қасы ғылуа құтыттан кел бүкетті. Бұл кетігінші бұл сұлттан тұттан керен бұл бұл. Бұл 16 сұлттан жұдайғы көхен керен алыр бұл. Бұл жекірген екі кірі ғылуа құт. Күз бұт төттті Килдерганан алопос, ало мастол, ало тюрарана и нагоровут. А нюрдергар тия нагоровут бейт. Оголар хинбир бартын эгей бейат оголар гуд боробалан королдер булади. Ага, онлук. Онтон жиагатын бу бейат тутту бокутти. Исотту нейн кордохка холобра хинбир бу Антон егин бейатын лейтинен бартын тутпуда виккет. Ага, бейвит иккен хинченарек бастан. Тахана корбупут, обшивка тын, потом есть игер керамит. Обшивка лан, краска лан. Бу цех пыт нами был, саин бяй вот эту пыт. Игер ремонт нам пыт, гипсокартон, но тахана краска лау пыт. Дизайн, так и да, пыт. Бу эхиге мастерская гад тулук тина тарвича, тоху тулук? Тулук тин лана. Ого, утыгар майгнатан, оголар бутыгар. Муж смаганнар. Ону сас пулана агам ипыта. Ватсап группага. Көп кіреке чешақ оғыларын, аны жәбілі көрімі тұтадына күйін тұлдық дейін атын әркі санымын бұл. Аға, мұны күнна.
Сэп, он табу, где манна кордох пытня бу эхэгэ үлэлэргэдэн кордох пытэн сэп. Бу манна ого стула, да сүрюнняну горогу табит. Бу манна кыянар полка, онна табу кухня коровит. Наха шуэ, кэджик таганы кихи бэйта оңорбук курдук полбатах, туғара улахан сэх оңорбутын курдук ти. Мебель сэхан курдук. Антон, бахалсты бутугнэн кэпсэрэ. Так, вот, хотел бы показать. Собирать будем сейчас, ну, мы собираем вот такой же стульчик. Просто собрать мы его не успеем, потому что времени нет. Это вот массив лиственницы, склеенный вот на шипас, МДФ покрашенный. А вот орнамент, это мы на ЧПУ фрезеровали, ну, то есть гравировку сделали. Оберег, да? Нет, это просто орнамент. Орнамент. Оберег вот у Маши. Вот. Это тоже на ЧПУ лазером гравируем. Ага, карыскала, шип-шиповник, один жалюхен катыта. Ого, чоли турбу. Бу саған роту гархенгер оғану харыстыр беле болмаға дей? Аннық. Сөп, онтан ете, көрәшілер бет айпыттар, ете пас оңырар инструменнің қанық, мағағынтан тұлас бұты дейін айпыттар, қантан ұяққа сөбе дейбіттар. Фистул доминоден, бейс. Мантан көрәттіл ұлпыт сұрейтел магазин. Средний магазинга барди. Все. Он на тон блин, бо инструментер то хунан кругостык кепсиага. Антон, про инструменты, пожалуйста, расскажи, какие основные инструменты ты больше всего применяешь? Ну, основное, наверное, это у нас фуганок, рейсмус. А самое основное это вот он, центр сердца нашей мастерской, это вот круглопильный станок, циркулярная пила. Вот этот, ну, это основное, на нем вообще все делаем. И материалы распускаем, и ножки пилим. Ну, вообще все на нем, а потом уже обрабатываем. Вот сейчас я пойду, можно было бы вот ручным, вот сзади у нас стоит фрезер. Но пойдем вот сейчас на фрезерный этот стол. Глянем, посмотрим. Так. Сейчас посмотрим еще. Это получается, как называется инструмент? Это фрезер у нас там просто. Да, я же говорил, что мы переехали недавно вот в это помещение. У нас другой был фрезерный стол, там вот Макита был фрезер вмонтирован. Ну, сейчас пока не успели, вот быстренько на сборочном бывшем столе сделали фрезерный стол. Поэтому... А, вот он стоит, оказывается, фрезер. Ага. Очень пыльная работа, да, Антон? Как вы с этим боретесь? А у нас стоит... Там все к пылесосу подключено, автоматически включается смесь инструментов. Здесь стоит вот стружка отсос. Ну, то есть пыли, в принципе, не так много. Так. Очень шумно. А, ну да. Ага. Про мастерскую интересуются наши зрители. Расскажи, как можно вообще обустроить, чтобы было удобно здесь все. Ну. И да. Сколько тут квадратных метров тоже интересуются зрители? Здесь 40 квадратных метров. Ну, это мастерская без покраски. Например, если вы хотите еще малярку иметь красить, то это надо отдельное помещение. У нас за стенкой там 25 квадратов под малярку. Ну, там и ЧПУ еще заодно стоит. А на 40 квадратах, вот в одного, если 1-2 человека работает, ну это минимально допустимо, да? Я думаю, меньше уже будет проблемно. Это материал надо заносить, хранить. То есть у нас он под навесом хранится, потом мы заносим, и все равно несколько недель он у нас, как сказать-то, ну, акклиматизируется в мастерской, ну, принимает влажность нужную, и после этого только начинаем работать. Да, кстати, вот про материал тоже интересуются. Как можно выбрать, узнать, допустим, материал такой сухой, он влажный? Ну, у нас... При выборе материала. Инструмент есть, вот влагометр, мы им, в принципе, проверяем. Ну, то есть, есть такой инструмент. Да, влажность показывает. Ну, стараемся покупать камерные сушки, но, как уже сказали, дефицит.
проблема у нас здесь. Одно предприятие только этим занимается. И, как обычно, у них не бывает его. Поэтому, ну, а всякое разное. У меня, допустим, нету инструмента такого. На глаз я могу определить? Ну, можно, в принципе. Но, например, смотрите, для мебели надо где-то 6-8%, да? А если она будет 12-15%, то есть, как бы это на глаз не определить. Угу. Но приходится делать иногда из того, что есть. То есть, покупаем доску, она сухая, там 10-12% влажность. Если это, например, что такое, как кровать, особенно массивная, там она, в принципе, сильно не погнет. Угу. А вот инструмент как называется и логометр. Примерно сколько стоит, тоже интересуется. Ну, это копеечный где-то, наверное, 2-3 тысячи стоит. Угу. Недорого. Для начала, для, ну, вообще, если человек хочет, допустим, начать, да, делать такие мебели, игрушки, он, в принципе, должен обзавестись таким инструментом, да? Нет, не обязательно. Угу. Не обязательно. Для начала нужно обзавестись, это, наверное, фуганком, угу, циркулярной пилой и рейсмусом, а потом уже всем остальным. Угу. Потому что доску все равно будет искать, покупать, как я сказал, в одном месте она есть, угу, сухая, и туда будет ездить. А проверять, ну, то есть там она камерной сушки уже, это 100%, ее привозят, потом занесет, она несколько дней, недель акклиматизируется, угу, в помещении, и все, и будет работать. Поэтому это не основное. Угу. Ясно. Мария, бу туон, пожалуйста, кас кюну моргутун, онна бу турар, эти шуи бай мебелер тустарнан кепсэра. Бу олапаспын жеху мьемитту. Ага. Бу улагана тюеттерттен, балтара састырттен тюеттерегер тылы, атаган ухунын оларды хэхэп, ухун оларды та 8 лет ухатавыт. Олата кайдах пара размерда оралдзе. Ага, ондук. Ага, ондан бу. Чуй бай сүрінән түгі хакастылдары біде, жон тұққа интересті ақтыры біде. Сүрінән астол, лапоз, полкалары, бұллағана массив, сасына, ояғына шыпшыке болар. Она бұл арғынан стауыт, леон арғынан, ашағына бұл ұрғыя бір таққан келер. Масса ағадаққан келер де. Бұл дейт масса ұрғыя ордық қырғывай болар, бәсті ағар. Бұллағына туынан оғар бұл фанерынан кухня детскай. Ага. Все, блин, корректора. Ой, нахожу. Днях кухня курдукти, бухла в ракра ого, беде, манек, келен он рукар, беде, не гети герки, гети тане, бу, кайство, не да болен, улатр, бу, гати ого. Улахан ки мебели гер, чугат на рахата, манекар лар, сабулар, конфор карда, сковород калхарда, бухахтарда. Мадрид, ты была на чупусте, но кого вы? Программа бейте бухар. Бейка, хайгин дома, у чупуста, но она тут там дома река. Программа на выйдет, была ей да так она, бухара на нога. Видок син шлифовка на нинбу. Эн бу тугун рухиде бу краскалы рим болоди. Ага. Безопасность этим каравин. Ага. Угол быт хох полар бигина. Ого, тух. Угалайын хох полухтахтен мебелин материал бут натуральный, ал краската тиге. Дөй дүргенек оңырау тен ип түкөрөтчү бит. А, бу краска тигер курарыгар бир хонук барар, бир күн. А, скумуяр бутер булагана 2-3 күн барар. Заказ кепте ананын оңырын. А, МДФ сыны төтөхөнү, халыңы устата туурата төтөхө бите болла ден интерьерге абиттер. МДФ сыны тен Антонтан. Ага. Про МДФ интересуется цена и где можно приобрести, тоже интересуется. Ну, мы с Хабаровска возим. МДФ покупаем Кроношпан. Это влагостойкий для глубокой фрезеровки. То есть цена у него у нас в районе 8000 за лист обходится, чтобы сюда привезти. Хотим узнать, какую помощь они брали для создания своего бизнеса, тоже интересуются. Пока никакую помощь не брали, только своими силами. Ну, как говорили, все, что зарабатывали, все вкладывали только сюда. И, соответственно, ну, как можно больше пытаемся автоматизировать. Может быть, подадим какую-то заявку, да, на помощь предпринимателям. Про клей спрашивают, какой больше всего клей подходит. Ага, бегина американской, тайбонди. Была она ордукачественной, момент клей товар.
но мы бывает все вариант таркей. Ай. Саналах то болар. Мы говорим вот харска, то хрен кебихин. Кем я харена да болу, сим бир, колбра хим бир, кандыгар мебель. Хонгнон да халагана. Букли. Кемел хара болу же. Сэп, онна лён арытынан каста соталлары дене мен тирэхэр гавиттер. Бихи китэв стэхта чывыт. Бәті өз фактураты нұры ұя тақырдылы. Оны көрін ұнтын бәйбет әме. Сотан қаян беребет. Қанан тейбетін, тейбетінен тейберін. Оның дизайны неген бұ қайдақ тол күйді абық күдей? Оны білген бұ бір күрі әтші бітіме интерегер гәбет. Мен қолыбыры бәйім дизайнынан бердіқ біне оңырықтарын сөпті дейбіттір. Бәйлерін дизайнерінен мен оңырығыт. Олыппыз бұғыда тағаты ме атын болар де? Олыпыз қайтақ бар болын сөп та? Сөп. Оны бұл қырысқалла, қолысы шығай бөйме оғы... Шыпок үйкен жүрген қатында? Аға, жөл. Енеке бұлаңғы түсі түгөйін бір қолыбыра бұ батча мастерскайдақ болан барангыт күнәңінің олырбық бұлақ қатте түгөрәхін бір енекеден ұраналан бұлаңыргіп болу. Енеке бұлаңғы түген антон ұлатынларық бұтын бағыра бұт, производство бұтын, месте бұтын. Онына мастер-кластырығы дұқ бұтын бағыра бұт, олаттарға ағалар кәлен бәйлер антоны күтір жарықтың құрынсы. Шөйде. Оны күжігіндері әрге әбіттір бұ кенеттен үрін еққа сөпті, сөйбе амал ғықтырын сөпті дейбіттір. Оны баға бейі тоқы бар бұд. Инстаграм сұрайын сұлақтыр, онында керен ватсағынан да үйдіғықтын сөп, анныра да керен үйдіғықтын сөп, бұрын консультациялан, сөйбелян, валан беребіт. Инстаграм сірейге социальный стимге хеге тулук СМ ден рүйдақытына тақсан кәлеға, оны хеге бейат көріңіт, күнді жаннар күтігар, кәрачан жаннан күтігар бұл маннық мейбір хакасты қытын сөп, оны тәне сөбе ама бұл аға бағалықтан, антонтан ұлай қытын әме сөп. Трубны струбцинаны қантан ұл бұттары дейбіттір. Насчет трубны струбцины спрашивают, интересуются. Трубны струбцины, покупали здесь, в Якутске. В принципе, сейчас у нас едут еще штуки 4 или 5 с Алиэкспресса. Какого качества они оттуда будут, не могу сказать. Но я думаю, мало чем будут отличаться. Если, больше я не знаю, что про струбцину можно сказать. Кому может интересно, про шлифовку, да, вот есть такая вот вещь. Кто занимается, если вы хотите шлифовать быстро и без проблем, то вам... штука. То есть у нас раньше была проблема. Все вычищивает, да? Да, но вот раньше была основная проблема это в шлифовке, да? Вот это было вручную. Долго, вручную, вот мы с губками такими шлифматами шлифовали. Такой комплект 20 тысяч стоит. Покупаете и наслаждаетесь, забываете про ручной труд шлифования. Вот еще спрашивают про материалы, как вы выбираете материалы? На что обращаете внимание? Во-первых, чтобы сучков было меньше, как можно меньше. Фанеру, например. Чтобы шлифованная была с двух сторон. Такое, найти проблема. Поэтому приезжаем и выбираем. Вот сопка стоит, нам разрешают, мы перекладываем, выбираем оттуда более-менее нормальный материал. Потом остальное на место складываем. С досками точно так же. Приезжаем, стоит нам несколько кубов. Мы их переложили, нужные нам выбрали, остальное обратно сложили, уехали. То есть лучше потратить время на выбор материала, чем потом половина в дрова у тебя уйдет и половина там в стружке, да, сострагивать. Проще это сразу выбрать нормальный материал и, как сказать-то, и не заморачиваться потом во время производства, не выпиливать там, кусками. На глаз я его убираю. Да, то есть... Тут отпилил кусочек, сучок выкинул, тут кусочек отпилил, то есть сучок выкинул. А если сразу взял нормально, то у тебя весь материал идет в работу и, во-первых, экономит средства, во-вторых, время экономит у тебя. Мне к концу программы стало интересно, откуда ты все это обучился? То есть, это само пришло? Это уже горький опыт. И с детства всегда работали руками. Не знаю, как сказать, никто нас не обучал специально этому. Если это тебе интересно, то ты сам научишься в любом случае.
Ясно, все. Тогда Мария, эн была на холовра. Бу джекерган хим бир өйдө ханалах боларгар бир сүбенен бу үлелиригер тух кистелин мәхкәди. Бискле кистелин миттен анныку. Мені дейеті бен, Антон как генератор аға бұя бағылық бұйтынан, оны әбен сабан үліғай тағаран егеркені. Мені дейін елдіңдіңдіңдің вистек құрдық болуын. Иди курдук, то не мне никогда не было, ангада сельбах была. Да, нормально. Ага. Нахожу я мину колобрабу сахара, а потом хотя бы береги, а у сельбах манек джигергену уставит, кинер бир себе не наманна, ну или хам не хиджалар. Иди курдук, никогда не хиги. Бу манек курдук джони билер была хатна, джигергени билер би была хатна, ватсап номер ге, ветер би хиги, инстаграм, стимитигер хурьяринг, билерэринг. Бу неделяга илен сагалан сахата бата хох берине минутыгам иникетин өссентрихине жеройде дахпыт бирге бол букутугар мактал бүгүнгү берине белемден тахартыбыт Александр Жуков, она Айта Константинова. Костюх кадери.